spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен аксессуар, который может заинтересовать любителей ходовых рыбалок, а также поклонников стритфишинга. Это поясная сумка от известной компании Berkley. Модель называется Urban Hip Pack. И отметим, что она уже укомплектована пластиковой коробкой для хранения приманок. Давайте поближе ее рассмотрим. Urban Hip Pack изготавливается из прочного полиэстера, а пропитка с внутренней стороны позволяет сохранить содержимое в сухости при небольших осадках. Габариты следующие. Длина 27 см, высота 18 и ширина 10 см. Вес менее полукилограмма. С внутренней стороны мы видим слой материала Air Mesh. Он обеспечивает дополнительную вентиляцию и помогает отводить тепло от тела рыболова во время высокой активности. На корпусе разгрузка крепится при помощи широкого пояса и 40-мм стропы, которая регулируется по длине и застегивается на застежку Fastex. Также предусмотрена небольшая ручка в верхней части. С одной стороны пояса расположен карман под горизонтальной молнией. В нем можно хранить ключи, небольшую коробочку, компактные приспособления и всякую необходимую на рыбалке мелочевку. С другой стороны находится место для хранения пассатижей или карнцанга. От выпадения их страховать будет язычок на текстильной застежке. Перейдем к самой сумке, по периметру которой имеется светоотражающий кант. Такой элемент сделает вас более заметными в темное время суток, что особенно актуально во время городских рыбалок. А по бокам пришиты пластиковые D-образные крепления. Здесь можно подвесить инструменты и аксессуары при помощи карабинов или ретриверов. В нижней части мы видим сетчатый отсек для хранения бутылки с напитком. Он выполнен из синтетической сетки, а горловина утягивается шнурком и фиксируется кнопочным стопором. Основное отделение скрыто под молнией. Обратите внимание, собачки замков оснащены резиновыми ухватками с логотипом серии Urban. Внутри лежит коробка, а также предусмотрен карман открытого типа. В нем поместятся пачки с крючками, фурнитурой, запасная леска, поводки или документы. Коробка под приманки имеет следующие габариты. Длина 20 см, ширина 13,5 и высота 4 см. Крышка закрывается парой простых защелок. Внутреннее пространство разделено на 3 продольных отсека. Но при желании вы можете их дополнительно разделить на более мелкие ячейки с помощью съемных перегородок. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.